Сегодня приготовлю вкусный банановый пирог. Сначала приготовлю тесто. К яйцу добавляю соль, сахар, ванильный сахар, все хорошо перемешиваю. Вливаю молоко, растительное масло, перемешиваю. Теперь в просеянную муку добавляю разрыхлитель, какао, все перемешиваю. В яичную смесь теперь частями ввожу сухие ингредиенты. Вот такое вот тесто у меня получилось. Для карамели беру сковородку с толстым дном, ложу кусочек сливочного масла, растапливаю сливочное масло, всыпаю сахар, периодически перемешиваю и жду, когда полностью растворится сахар. Бананы нарезаю на половинки. Сахар весь растопился. Теперь оставляю сковородку и жду 1 минуту, чтобы карамель чуть-чуть подостыла. Бананы выкладываю на карамель. Бананы заливаю тестом. Тесто аккуратненько разравниваю ложкой. Пирог ставлю на медленный огонь, накрываю крышкой и готовлю 30-35 минут. Готовность пирога проверяю зубочисткой. Если зубочистка сухая, пирог готов. Сковородку накрываю большой тарелкой и очень аккуратно переворачиваю. Вот такой вот вкусный банановый пирог на сковороде у меня получился. Готовьте с любовью, всем приятного аппетита!